Доброе утро, малышня. Кто тут покакал в 6 утра, а? К чему это? Кому мама попки намыла уже? А? Каляпузики, попки чистенькие. Иди пробегитесь. Тут утро бодрое. Друзья, дай бог, смотрите на них. Хорошенькое утро, я вам скажу. Смотрите, боженьки. Боженьки, братья наконец-то встретились. Первая встреча Снежка и его братьев. Посмотрите. Угу. Решил выпустить всех. Какие-то они сегодня бодренькие. Утро хорошее, друзья. Дай бог. Хорошенькое утро. Снежок, иди поиграй со своими. Ой, застрял. Бетховен, ты застрял? Бетховен. Карапузики. Все подняли с утра визг. В общем, сегодня эти карапузики раньше всех проснулись и начали возмущаться. Ага, водички пьет. Давай. Ну попей уже. И начали возмущаться. Давайте. Даже большие собачки еще спят, а эти уже вот, пожалуйста. Как ни странно, Лада и Люга сегодня не орут. Ой, посмотрите, друзья, посмотрите на это чудо. Боцман играется со Снежком. Чудо. Угу. А этот залез на мою куртку и расположился. Смотрите на него. На куртку мою залез и лежит. Это чудесное видео, друзья. Чудеснейшее видео, дорогие друзья. Три карапузика. И все такие, знаете, не грустные. И все втроем. Я бы не сказал, что они совсем на позитиве, но не грустные. Это же чудо, друзья. Ту-ту-ту. Чтобы не сглазить. Ай, мои карапузики. Молодцы. Наши все старания вроде бы проходят не зря. Господь услышал все ваши молитвы, друзья. И вот вроде бы они играются. Даже боюсь что-нибудь говорить, боюсь даже сглазить. Вот. Сейчас еще попробуем их покормить. Ну, молодцы, вышли. А то помните, даже вчера, друзья, боцман лежал, он даже не выходил, просто лежал и все, лежал, рвал. А сейчас даже прошелся и даже хочет поиграться. Не это ли чудо? Главное, чтобы это все, как говорится, не сглазить, все это надо закрепить. И будем все это закреплять. Все, быть добро, друзья. Молодцы, щеночки, главное не сдаваться. Боцман, я же сказал не сдаваться, что ты опять голову отпустил? Не пускать голову. Снежок тоже, видите, соскучился за братьями, да. Держитесь, отряд, держитесь. Все, Снеж, загрузил опять, да что такое-то. Давай, держись, борись. Снежок поддерживает их, хоть он сам бедный, все время падает, но пытается поддержать братьев. Отлично. Будем закреплять результаты. Главное, чтобы не было опять хуже. А то коварная болезнь. То хуже, то лучше. То хуже, то лучше. Уже не знаешь уже. Кутеночки, малышня моя. Малыши. Эти малыши. Эти колесявчики. Ну что ж, друзья, всем хорошего, доброго, бодрого утра. Будем надеяться, что малыши продолжат в том же духе. Будем закреплять результаты лечения. Пока-пока, друзья. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки и проверять колокольчики.